Памятник природы и излюбленное место отдыха Маришкин родник сейчас представляет собой плачевное зрелище. Территория у источника скрылась под водой, а место отдыха медленно превращается в болото. Причиной внештатной ситуации специалисты называют трубы, которые отводят воду из родника в русло реки Симбирка. Из-за строительного мусора и ила образовался сильный затор. С этим и предстоит разобраться инженерным службам. Были задействованы такие предприятия города Ульяновска – это УМУП-водоканал, гражданская защита, МБУ «Доремстрой», инженерная защита. С помощью спецтехники уже удалось откачать 1000 кубометров воды. Засор частично прочищен, вода от истока родника немного отошла. Однако глобально проблему подобные действия не решат. Необходим комплексный подход. По информации городской администрации, более 50 лет назад жителями была проложена труба хозспособом. За столько лет она пришла в негодность. По предварительным данным мы хотим ее заменить. В ближайшее время. В данный момент мы выполняем перекачку данного водоема в другой водоем. Почему? Для того, чтобы освободить коллектор для дальнейшего его прочистки и замены. Напомним, что Маришкин родник является фактическим источником подземной реки Симбирка, которая впадает в Свиягу. В будущем планируется провести топографические обследования реки. А пока 28 июня на территории родника проведут субботник, чтобы убрать скопившийся мусор. Анна Тищенко, Улправда, ТВ.